Что ты думаешь про диванных экспертов? Я думаю, что на них все и держится, как бы. Если бы не они, то... Вообще мне всегда льстит, когда такие профессионалы оставляют мне комменты, я там даже как-то... Мне рождаются новые идеи. Нормально. Народ в шоке просто. Когда я в Инстаграме буду выкладывать различные картинки и ролики, давайте будем напихивать жестким, тупым специалистам, чтобы они, блядь, нос свой не сували. Мы сами все знаем, что делать. Идите нахуй, дебилы. Хватит нам советовать. Нормальным пацанам всем респект. Все, давайте, буду заниматься. Ух. Фильм скоро. Блядь, Санёк.